Сашка. Жанна, город Сочи. Жанна, заберите меня в Сочи. Скажите, пожалуйста, Жанна, я вас умоляю, заберите. Что вы делаете? Я хочу узнать, что это время года. В Луганске. Да, что вы делаете в Луганске вообще? Я бы в Луганске и Сочи. И если бы я жил в Сочи, я бы не знал, что такое Луганск. Сейчас его просто разорвет. Вот, объясните ему, пожалуйста. Друзья, заберите в Сочи меня. Они меня забирают в Сочи. Все, давай сейчас конкурс проведем. А потом там Бора-Бора. Да. Артур Бора-Бора. Артур Бора-Бора. Ну, или так. Да. Выбирайте, пожалуйста, места на этой сцене под открытым небом. Все что-то будет, у меня уже, знаешь, подозрение такое. Вам, конечно, задание традиционно остается то же самое – танцевать. А вам, уважаемые зрители, придется выбирать первый тур танцевального конкурса. Поехали. Ну, пока Сочи, да, я понимаю, все остальные отстаете. Вроде Сочи, чуть-чуть отстаете. У вас почему же он отстает? По-моему, он тоже очень не отстает. Ну, за тапочки поставил и танцует. Он еще. Прощаемся в первом туре с вами, милое создание. Далеко не уходите, пожалуйста. Мы продолжаем танцевать. Итак, второй тур. Поехали. Да. Попрощаться только на этот отборочный тур с участником. Он с этим парнем. Не знаю, ты молодец, но Бора-Бора, желтенькая и брейкданс. Сейчас посмотрим. Пока что. Далеко не уходи.